Всем привет, меня зовут Михаил, вы на проекте GTA 5 RB, и это тест-обзор нового автомобиля Albany Braham, который интегрировали 1 августа 2023 года из обновления GTA Online. Авто внешне очень похоже на тот самый Ghostbusters из ивента Хэллоуин, но имеет гораздо большее количество внешних улучшений, антенн, мигалок и даже гроба в салоне, и стоит всего ничего, 17 тысяч долларов. Да, вы не ослышались, 17 тысяч. По моему мнению, это очень хорошая альтернатива, я бы даже сказал замена, всем уже приевшегося Пикадора. Здесь же мы видим красивый внешний вид, 4 посадочных места, интересный салон и неплохой багажник на 90 кг и 40 ячеек. На свой экземпляр я поставил еще несколько модификаций в мастерской в Политобей. Занижение подвески, выворот, ширину колес, больно уж они мне узкими показались, резкость хода в поворот и так далее. По итогу машина с полным тюнингом и модификациями обошлась мне в 135 тысяч долларов. Что касается скорости, максималка у Albany примерно наравне с Пикадором, что-то в районе 180 км в час. Где-то ниже, где-то выше. Хотя, когда последний раз я ездил на FT Пикадоре, у него скорость была в районе 170, надо будет перетестить. Стоит ли покупать данное авто, решать только вам. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр, всем пока.